Здравствуйте всем! Надеюсь, у вас все хорошо было, как провели выходные. Сегодня мы продолжим с Android Studio. И у кого были какие проблемы? Я вижу, что первое, что было, это установка на 32-битовой системе. Ребята, значит, Android Studio, она такая очень капризная, но есть версия на 32-битовую систему. Там просто нужно будет выбрать, она у вас как бы иконка даже не появится. Это нужно будет идти в File System и ранить расширение .exe. Вот, значит, что еще вам нужно? Вы мне пока свои проблемы пишите, да, и мы потихонечку их разберем, какие могут быть проблемы. А я вам сейчас покажу, что у меня находится в SDK, вот в этой, в этом месте, чтобы вы представляли, что еще нужно доустановить в вашей Android Studio. То есть вот этот вот CMake, это обязательно нужно установить. А Google USB Driver нужно чекнуть, тоже установить. Что я еще вам очень советую, это значит Show Packages и установить последние, значит, версии пакеджей 27, ну 27.2 не нужно, 27.03, может быть 26.03, и значит вот так вот поиграться вот с последними версиями. Значит, платформы у меня здесь установлены Lollipop, сосулька, значит, Marshmallow, Nougat и Oreo. И обязательно API 27. Ребята, я что-то не вижу. Вы это самое, слышите меня? Или вы свои проблемы пишете сейчас? Окей, я вижу, что, значит, да, все слышно. Вот, то есть еще раз показываю, ребята, это, значит, SDK-платформы, которые можно, нужно установить, да, и в SDK-тулах показать детали пакеджей, и, значит, вот так вот. Упс, мне это не нужно. Хорошо. Так, вот здесь, значит, что мы, CMake, LLDB, я обычно устанавливаю вот здесь все, что не было установлено. Похоже, что у вас какие-то проблемы с OCMOV, вот, и это самое, вы должны поиграться, наверное, со своим, потому что у вас в прошлый раз были точно такие же проблемы, а остальные вроде как и слышат ничего. Вот. А просто на виртуальный девайс error could not parse error string. All right. Такое тоже может быть. А какой вы использовали APK, Игорь? Я, в принципе, сейчас, нет, сейчас я вам это не сделаю, чуть позже, тогда после занятий я вам попробую дать вам свой APK. Значит, что еще, ребята, важно здесь, что когда вы установили Android Studio, да, нужно, чтобы все-таки она у вас ранила, бежала в administrative mode. То есть как это сделать? Вот вы идете в файл Android Studio, идете в properties, идете в security. Security это, значит, все это. И сделайте все в административном моде. То есть вот эти все боксики должны быть чекнуты, чтобы у вас был, да, полный контроль от имени администратора. Спасибо, Алекс. Вот. Попробуйте, значит, поиграться с этим. Попробуйте также, значит, поиграться со своим SDK.
там, где он находится, и его тоже поставить в административный мод, вот тут вот, точно по такой же схеме, правой мышкой, и, значит, тоже дать полный контроль. То есть вполне возможно, что вам ваше, либо, значит, что-то не совсем так с APK происходит, либо у вас нету доступа полностью к своей системе, то есть и Android Studio в административном моде нужно. Значит, мы сегодня что сделаем? Я немножечко для тех, кто, может быть, с нами не был в прошлый раз, покажу парочку слайдов, да, которые мы, в принципе, проходили, и немножко повторим, да, что опять, потому что сейчас мы будем опять работать с Android Studio, да, делать всякие команды и манипулировать. У меня есть документик такой, который вам будет, в принципе, видно. Мы сейчас по нему пройдем, и он останется на видео, чтобы не просто видео было, а документ. Значит, ребята, первым делом мы должны включить мод разработчика, да, по-моему, так мы опцию разработчика в своем телефоне нужно, значит, через настройки найти номер билда и 7 раз на него кликнуть, чтобы это сделать. Следующее, значит, обязательно нужно чекнуть вот этот вот баг, который, значит, манипуляция идет с USB дебагинг. И третье, что нам нужно, это, в принципе, сейчас одну секунду, ребята, я вам покажу. И третье, что нам нужно найти там, где наш находится SDK, да, и платформ тулы, и найти, где находится наш ADB. Подключите, пожалуйста, к занятию, подключите Игоря к занятию, потому что я, в принципе, могу это сделать. Здесь отсюда мне не сделать. Ребята, помогите, ссылку ему, пожалуйста, пришлите. Вот. И, значит, что мы дальше делаем? У нас есть вот этот вот path, который нужно сделать, хайлайтнуть его, выделить. И обычно мы его делаем в ноутпейде, мы его сохраняем в блокнотике, чтобы каждый раз нам с ним не было проблем. Вот. Потом мы меняем вот эту вот директорию, которая находится по умолчанию, когда мы открыли Android Studio, да, мы копируем эту директорию, мы меняем директорию на вот эту вот директорию, и набирая команду CD, да, change directory, поменять директорию. Вот. И чтобы, в общем-то, успешно подключить ваш Android к Android Studio, обязательно вы должны указать вот эту вот директорию, потому что в ней находится вот этот вот tool ADB, да, с которым мы и будем работать. А вот первая команда, мы уже все знаем, да, первая команда, чтобы понять, сколько девайсов, какие гаджеты у нас подключены к Android Studio, команда идет ADB Devices, и там он нам показывает, значит, что какой девайс подключен. Здесь у меня, значит, на слайде еще нет эмулятора, вот. А значит, если мы еще создаем эмулятор это виртуальный гаджет, на котором можно также тестировать ваше приложение. И тогда у вас будет здесь два гаджета, которые будут подключены. Вот. Ребята, давайте создадим, если у вас еще, значит, сейчас этого нет, мы создаем в Android Studio гаджет, чтобы у нас было два. Он у многих уже, в принципе, создан. Давайте его включим. Вот.
Мы на нем в прошлый раз точно так же установили приложение, да, помните, когда мы просто тянули его из директории. Вот, значит, сегодняшнее занятие, пока у меня открывается вот этот виртуальный гаджет, значит, что еще может здесь быть? Значит, вот ваша команда ADB Devices, посмотреть, сколько подключено. Значит, если вы подключаете свой гаджет, и вот эта команда проходит, но в Android Studio вместо гаджета написано, что он не авторизирован. Значит, что нам нужно сделать здесь? Здесь нам нужно, помогите, я опять, ребята, Revoke USB авторизацию. Это находится меню под манипуляции с USB баксом. Вот. И, значит, потом мы подтверждаем, что мы хотим это сделать, выключаем меню разработчика, потом включаем его и снова, значит, не забывайте опять чекнуть вот этот вот баксик USB debugging. Значит, что нам нужно здесь сделать и понять? Значит, если у вас, например, два девайса, как у меня. Сейчас, одну секундочку. Сейчас мне нужно ADB девайсы снова. Вот у меня два девайса. Все видят. Revoke отозвать. Спасибо большое. Вот, два девайса. Значит, что у нас тут будет происходить сейчас? Так как у нас два девайса, мы можем, в принципе, так как нам нужно будет их постоянно отделять друг от друга в каждой команде, и чтобы не писать вот это вот полностью имя, вот, и тут, конечно, номер, да, определенный номер, там, например, 2424, это какой serial номер, да, вы можете в командной строке использовать либо минус D, либо минус и, то есть и стоит на эмулятора, и D это на ваш настоящий гаджет. Значит, что дальше происходит? Например, если у вас есть два эмулятора, так, сейчас, минуточку, если у вас, например, есть два эмулятора, естественно, у него уже будет совершенно другой порт, потому что он не может стоять на одном, значит. Значит, вот это уже не будет работать, ребята. Значит, почему это не будет работать? Потому что вот эта команда, она будет очень сконфьюжена, да? То есть, если вы, например, используете два эмулятора, ваша командная строка, значит, будет такая ADB-S. То есть мы уже будем как serial number, вот для эмулятора это serial number считается. Вот. А оно уже будет идти вот так, чтобы различить, какие из двух эмуляторов. Точно так же, например, если у вас еще один, значит, гаджет подключен, да, то есть эта команда уже не будет работать, вам нужно будет разделить ее по серийному номеру, то есть это будет ADB minus, это всегда ADB с маленькой буквы, особенно Windows, ребята, на Mac это нет никакой разницы, а на Windows, конечно, нужно с маленькой буквы. Значит, что у нас тут получается? Если у вас два, например, девайса, естественно, он будет там, например, 2.4, 2.5, 2, вот такое вот, произвольные какие-нибудь номера, то, значит, эта командная строка у нас будет ADB, сейчас, ребятки, извините, ради бога, что тут, ADB minus S, упс, не туда улетела, ADB minus S, вот так она будет. Поняли, да? То есть
То есть здесь это уже будет minus s, и здесь будет minus s. И понятно здесь? Окей. То есть если больше, чем два гаджета, либо реальных, либо эмуляторов. Понятно это, ребятки? Что-то никто не пишет ничего. Окей. Отлично. Значит, что у нас идет дальше, да? Значит, есть еще у нас одна команда такая, идет, ну, она как бы та же самая ADB Devices, но она идет с маленьким расширением minus L, да? То есть вы, когда вы это печатаете в Android Studio, и то вам выдаст информацию о ваших девайсах. ADB devices minus L. Опс. Minus L. Вот. И у вас, в принципе, дает всю информацию о вообще, что у вас подключено, чтобы вам не мучиться и не искать вообще, а что у меня, вот, например, под этим serial number, я уже не помню, да? Вот. То есть ADB minus L вам даст вот эту вот информацию. Что дальше у нас идет? Дальше и нас идет. Вы, в принципе, можете поодиночке, да, взять информацию полностью с каждого девайса. Например, вот давайте возьмем последнюю команду. Вот нам, например, нужно узнать операционную систему, да, которая на нашем реальном девайсе сделано. И тогда у нас здесь нам нужно немножко эту командную строку подчистить по той простой причине, потому что это minus D, а не minus E, да, это наш реальный гаджет. Вот. И здесь мы узнаем, упс, сейчас, значит, ADB minus D, что у нас такое происходит. Здесь иногда, знаете, когда копируешь и пейст заодно, иногда не срабатывает, поэтому всегда лучше. Иногда срабатывает, иногда не срабатывает. Вообще такая очень капризная. Вот. Сейчас мы посмотрим, почему у нас это не сработало. Вот. Значит, вот на моем, да, вот видите, я напечатала и, в принципе, даже не могу понять, почему, в принципе, все одинаково, да, но когда сам печатаешь. Наверное, это вот этот вот ASCII формат, и его лучше не перепечатывать, а писать самому. То есть у меня стоит на этом система восьмая, да, у меня Oreo. То есть я знаю, какой у меня, что у меня заложено на моем телефончике. Вот, дальше что, в принципе, здесь можно модельку узнать, если мы сейчас попробуем еще свой лак, чтобы нам не перепечатывать это все, потому что у нас не так уж много времени, а мне хочется с вами побыть, вот, не хочет она это самое делать, это, ну что делать, ребята? Сейчас посмотрим. Может быть, лишний пробел был. А Linux вообще, да, не получается. ADB minus D shell. Сейчас последнюю я смогу все-таки взять, чтобы мне не перепечатывать. Почему-то оно... Ага, вот. И она дает мне, значит, мою модель OnePlus A3, да, у меня 3T. Вот, то есть вот так вот можете всю эту информацию. И, значит, давайте посмотрим вот эту вот последнюю, где мы сможем посмотреть. Наверняка сейчас опять мне будет выдавать непонятки по поводу того, что вот так не хочет. ADB minus D, особенно она почему-то не любит, когда перепечатывают вот minus D, хотя очень странно, правда, когда
остальное уже все можно. И тут она вам дает просто полностью информацию. Вот. Да, совершенно верно. Вот. И, значит, вот так вот. Дальше что мы, ребята, делаем? Так как мы уже, в принципе, установили файл на наш виртуальный девайс, да, у меня там есть такой вот небольшой файл, он называется, это, в принципе, от United авиалиний, у них есть reservation система, вот. И, значит, что мы тут делаем? Значит, сама команда, чтобы установить application, да, она, это ADB install. Здесь у меня уже, в принципе, как бы все это обозначено, и опять это с нашим гаджетом. Вот, значит, ребята, что очень важно, значит, вот это вот APK, мы используем это имя всего один раз, то есть только при инсталляции. Вы, в принципе, даже вот любой, если у вас есть APK какой-то файл, вот это вот приложение, вы имя можете, и вот это вот первое, перед точкой, вы сможете его изменить там на Вася Оля, понимаете, иду гулять. То есть это совершенно не важно, что там идет. Что нам будет важно потом, когда, значит, ваше приложение установится, мы потом будем работать только с пэкеджем, окей, с эти самые. Вот, и это имя мы уже навсегда забываем, пожалуйста, помните это, вот это вот после точки, после расширения APK вы никогда больше не будете использовать, как только, значит, как только приложение ваше установилось, все, забудьте вообще, что это существует имя, потом мы будем учиться, как извлекать вот package информацию, вот, значит, что еще тут важно? Значит, если, опять же, это вот это капризы и придурочные немножечко такие Android Studio, иногда, когда большое имя application вот этого приложения, иногда можно и нужно поставить кавычечки. То есть попробуйте и без кавычек, и с кавычками, но с кавычками оно как-то более надежно. Вот. А если отвалился железный смартфон, хотя дрова встали нормально, только что определялся, теперь студии его не видят и виртуальный видят, что можно сделать? А по-русски это можно как-то донести чуть-чуть по... а то как бы я чувствую себя сейчас на бронепоезде немножечко. Вот. Значит, давайте попробуем мы сейчас установить вот этот APK. А, вот еще что, ребятки. Значит, что мне нужно вам сказать. Вот. И что... Легче всего загрузить ваше приложение, вот этот вот APK файл, в ту же самую директорию, где находится ваш ADBXE. Почему? Потому что, значит, это намного все будет проще. Провод поменять, дрова другие поставить. Ну, или погуглить по модели телефона. Так, а что мы тут пытаемся сделать, Егор, Олег, Лау, что мы пытаемся здесь сделать немножечко? Потому что я так немножечко еще с вами не с этим сленгом не знакома. Если вы говорите про USB-драйвер, то нужно по модели найти... А вот это вот, если отвалился железный смартфон, это я вообще чуть-чуть не поняла. А, у него комп-девайс не видит. Вот. Ну, он нам сейчас объяснит, и мы, может быть, потом попробуем все это, как бы, помочь ему, да? Вот, значит, вот моя аппликушка здесь стоит в той же самой директории. Значит,
И здесь, значит, я хочу установить мою плекушечку на мой реальный телефон. Значит, что мы делаем? Мы идем в нашу Android Studio. Попробуем сейчас, значит, установить это. Так, опять у меня дает adb-sd install.com/united-mobile. APK. Вот. Вот она у меня начала устанавливаться. Сейчас. Сейчас нужно просто быть немножечко, значит, как бы подождать чуть-чуть и дать fail to install. А знаете, почему он fail to install? Потому что у меня он уже установлен. Значит, так как он у меня установлен, то есть мне уже его и не нужно устанавливать. Любой APK можно найти, да, Денис. Знаете, что, если вы там, например, забьете в Google или какой вы там поисковик и ищите в каком поисковике, а попробуйте бесплатные APK. Только будьте осторожны. Если вот найдете вот этот вот United, да, APK, то это будет. Дело в том, что он совершенно безобидный, да, вы не сможете там свой компьютер, на свой телефон повредить. Вот. И поэтому можете спокойно его установить. То есть, если вы хотите, я могу сейчас сделать an installation и установить снова, чтобы вы видели, как это выглядит. То есть, я знаю. Упс, сейчас одну секундочку, ребята. Я знаю имя пакетжа. Вот, я знаю имя пэкеджа, поэтому, значит, сейчас мы будем, и вы буквально через несколько минут тоже узнаете. Вот, сейчас он у меня success, то есть я его убрала, и, значит, что мы делаем? Просто мы попробуем его снова. Ребята, вам не надо команды перепечатывать, понимаете? Если вы используете те же самые команды, используйте стрелочки вверх и вниз, да, и вам будет счастье. То есть каждый раз, когда вам не нужно перепечатывать. Значит, что мы делаем сейчас? Я устанавливаю, опять у меня не хочет, adb-sd install таком United Mobile APK. Вот он сейчас у меня устанавливается. Займет какой-то. Как перейти отсюда? Вам нужно, значит, сделать CD. Да, то есть вот сейчас у меня установился, это для Михаила. Вам нужно поменять директорию. Вот. Все, вы там и находитесь. Все нормально у вас? Вот, вы уже CD, да, CD. Вот так вот, Михаил. Что нет? А, нужно перейти. Просто напечатайте CD и вот этот вот ваш пас туда, вот, чтобы вы вошли в свою вот эту директорию, где ADBXE, вот этот путь вам нужно прописать. Спасибо, Алекс. Вот, значит, что дальше мы делаем, ребята? Значит, самое главное, следующее, это найти имя пэкеджа. Молодец, умница, все, там, один уже сделал все. Вот. Please reinstall. Сейчас будем делать, Ира. Сейчас все будет. Вот, значит, поняли, да, мы проинсталлировали нашу application. То же самое вы можете это сделать на эмулятор, в этот самый, используя, например, либо минус и либо по serial number, как мы уже, да, говорили здесь.
То есть, если вы, например, используете все время minus s by serial number, оно тоже будет работать. Это только не будет d или e работать, если у вас больше, чем один девайс одного вида. Вот, значит, вот мы установили то же самое на эмулятор. Значит, дальше что у нас? Значит, как выяснить информацию пэкэджа, да, ребята, как вы пэкэдж вот именно в этом отношении используете? Пэкэдж, вот как он переводится? Пакет или как? Пакет, окей, хорошо, будем использовать слово пакет. Значит, что мы делаем? Значит, сейчас нам нужно будет кулек. Ну да, с семечками. Вот. А, значит, что мы делаем дальше? А дальше мы, я вам должна объяснить одну, значит, такую детальку, которая у нас в этом самом, в Android Studio. Значит, чтобы нам иногда нужно работать на более нижнем уровне. На более нижнем уровне ADB-команда уже не будет работать. Там чистый Linux, такой Unix, Linux. Вот, значит, чтобы зайти в этот shell, да, в эту, наверное, shell то же самое у вас по-русски, то есть на более нижний. Значит, команда называется adb shell. Ну, опять же, вам нужно использовать либо adb-d shell, adb-e для эмулятора, да, либо по serial number, то есть, shell, оболочка. Короче, значит, да, это как бы первое условие. Значит, мы идем adb shell, да, мы сейчас нам нужно взять информацию об этом пакете. То есть, я обычно беру наш реальный гаджет adb-d shell. Значит, здесь меня уже занесло на более нижнем уровне. И если, например, я напечатаю ADB PM List Packages, вам покажет, что ADB not found. И это правильно, потому что ADB на этом уровне не работает. Все, уходим отсюда. Как выйти из шеллы, это exit, да? То есть, если на более высокий уровень. Значит, ну мы продолжаем. Нам нужно быть в шелле adb-d shell, да? И существует команда pm list packages. То есть, pm становится, это аббревиатура package manager, это значит management оберток, да? И дальше идет лист пэкэджей, которые у нас вообще происходят в этой жизни, на нашем телефоне. Значит, что? Вот, ребята, если просто взять PM list packages, да, он покажет вообще все пэкэджи, которые все кулькуете, пакеты, менеджер пакетов, которые у вас есть на телефоне. И каждое ваше приложение содержит вот этот вот пакет, да, потому что APK все уже забыли, что он вообще существует. Значит, дальше что у нас? Когда вы прописываете вот эту вот команду pm list packages, okay, он вам дает вообще все-все, что у вас есть. Видите, обычно все пакеты, все пакеты начинаются на наших андроидах с com, да, с com, вот. Что значит после adb-d shell? В каком смысле? А это мой телефон здесь и ваш телефон. У вас будет немножко по-другому. У меня свой shell, у вас свой, вот, свой какой-то shell, который называется, мой называется OnePlus Reti, например. Вот, дальше что мы делаем? Ну, куда, зачем нам это все, да? А вдруг нам нужно вообще узнать, где, с какой стороны наш пэкэдж и вообще какой у него путь, да? Вот, здесь тогда мы добавляем простенькую такую
буковку F, и она вам даст полный путь, где все эти пакеты находятся на вашем телефоне. Очень удобно. Вот, то есть опять мы используем эту стрелочку, потом дописываем F, и вот мне дает вообще полностью, например, весь путь, где установлен, где вообще сидит вот этот вот пакет для какого-то приложения. Ну зачем нам все эти пакеты, да, нам они же не нужны, мы же работаем, в принципе, только со своим приложением. Поэтому, естественно, нам нужно как-то каким-то образом все это дело рассортировать и дать вообще по-человечески, нам нужно один пакет, с которым мы, в принципе, и будем все время работать. Значит, что тут идет? Первая, значит, строка, тут как бы опять две команды или три команды в одно. Значит, что тут происходит? То есть нам нужен полный путь, да? Значит, потом мы ставим вот такую вот черточку, которая находится с левой такой этой наклонной left slash, да, она на той же находится рядом, если у вас там, например, лаптоп, то есть семерка, я не знаю, какие лаптопы у вас. Ну, найдете, короче. Самое главное нажать shift, да, и рядом с энтером сверху, да, сверху Enter он находится, нажмите Shift, и вам и у вас получится вот такая вот вертикальная. Значит, что такое grep? Да, grep — это безумно умная команда, которая просто делает сортировку, да. И дальше что мы делаем? То есть, в принципе, наше приложение, там ключевое слово United, да, то есть название компании. То есть это может быть все что угодно. Вот если вы там хотите, например, у Фейсбука, да, взять какую-нибудь информацию, вот какие пакеты, вы можете контакты, калькулятор там, то есть вот сюда можно поставить все что угодно, именно ключевое слово, чтобы вы нашли вот этот вот пакет. В данном случае мы пишем ключевое слово United, потому что нам так хорошо и удобно, и мы с этим будем работать. Значит, что? Мы идем так. Grep United. И вот нам дает полностью, в принципе, путь, где установлен наш этот пакет, вот этот вот базовый APK. И самое главное для нас, это вот эта вот информация, которая идет com.united.mobile.android. Вот. То есть вот это вот и именно то название пакета, с которым мы и будем работать. Потренируйтесь, например, вы можете, давайте мы сделаем, например, то же самое, только на Facebook, да? Давайте посмотрим, какое имя пакета на Facebook. Вот у него есть два пакета, у него есть на Катану пакет, и у него есть на Орку этот пакет. Та же самая ерунда может быть, например, мы можем калькулятор взять, да, и посмотреть. Вот он. Вот калькулятор, вот аппликушечка для моего, например, для моего телефона, она com.oneplus.calculator. То есть поиграли немножко, кто-нибудь играет со мной? Я имею в виду не со мной, а со своими файлами. Кто-нибудь? Ну, отлично. Все, замечательно. То есть все, вы теперь узнали, как это самое, как найти название пакета, можете идти на работу устраиваться. Вот, дальше что мы делаем, ребята?
Значит, для тех, кто, в принципе, еще не это самое. Ой, какое у вас красивое, какая у вас красивая фамилия, Матвей Алексеевич. Вот. И, значит, для тех, кто еще немножечко сзади, то вот, пожалуйста, вам вот это вот. Вы хорошо видите, хорошо видео на слайде. Вот. Хорошо, ребята, видно. Мне главное, чтобы вам видно было. Отлично. Дальше. Значит, это мы уже проходили с вами, то есть это мы, когда мы брали всякую информацию о нашем гаджете. То же самое вы можете сделать, в принципе, на эмуляторе. Давайте попробуем чуть-чуть на эмуляторе, потому что я в прошлый раз вам показала, как это делать на эмуляторе. Помните, просто перенесла из директории в драгнула прямо в это самое. Дальше что? Ребята, значит, так как нам нужно уйти в эмулятор, мы уже не можем, да, находиться в шеле, например, OnePlus 3T, да, потому что нам это не нужно. Уходим отсюда, команда Exit, повторяю, вот, потому что эмулятор, к эмулятору мы можем пройти только через ADB. И делаем то же самое, только уже с эмулятором мы разделяем ADB minus E, да, shell, и идем, смотрим, что же у нас происходит в шеле на эмуляторе. Ну, мы с вами обменялись любезностями, значит, будем друзьями, Матвей Алексеевич. Вот, значит, идем в shell эмулятора. Вот, вот они здесь. Видите, как шеллы отличаются? Тут у нас просто идет root на generic system. Значит, и делаем, в принципе, то же самое. Так как ADB нам не нужно, опять распределять девайсы. То есть здесь мы уже как бы все это сделали в первой команде, да? И делаем то же самое, PM list packages minus F grep united, да, потому что мы в тот раз установили его. Ага, нет, не установили, Наталья не установила, нет, установила, а почему, что такое, почему у нас сегодня, понятно, почему у нас сегодня, потому что Наталья неправильно напечатала. Она напечатала минус D, когда нужно минус минус F. List packages minus F. Вот так вот мы. Grep United. Иногда не надо за мной следовать. Вот. И, значит, что у нас здесь? Мы опять же находим тот же самый имя package. И, в принципе, мы готовы тестировать и то, и то. Ну, естественно, пэкэдж будет один, да, но просто я вам хотела показать, как shell будет выглядеть на эмуляторе. Вот. У хорошего человека в YouTube нет онлайн-трансляции. По ссылке в чате вебинар не грузится. Придется смотреть уже второй урок в записи. Ну, что я могу сказать, хороший человек? Хорошему человеку трудно отказать. Может быть, мы придется так как бы последовать, потому что ну, мы не можем... Так, наверное, что-то с вашим компьютером, может быть, что-то с connection. Мне очень жаль, конечно. Вот, что, ну, вы же как бы здесь слушаете, а потом все-таки можно посмотреть, правильно? Вот. Значит, опять давайте, значит, мы выходим, ребята, отсюда. Вот. И мы будем выходить обратно в нашу ADB, то есть exit. Вот. То есть мы как бы немножко пошуршали в шеле, а теперь будем это самое с вами дальше работать. Значит, что идет дальше у нас? Это мы с вами указываем, это я вам просто показываю, как выглядит
Shell, да, то есть это у меня этот документик был составил на другом гаджете. Но это не важно, потому что, в принципе, все что угодно, все вот эти вот данные, они автоматически генерируются. Значит, что мы делаем дальше? Сейчас мы к этому вернемся. Я вам хочу пока дать вот такую вот информацию. Обычно, значит, первое, что у вас спрашивают на интервью, это коллекционирование логов, да, логов, которые, в принципе, вы их собираете, вы их отсылаете девелоперам, когда какие-то проблемы, и, значит, что идет дальше, они эти логи разбирают и смотрят, на каком вообще этапе вся эта проблема возникла. Значит, что у нас здесь есть? Первое, я вам просто хочу показать. Вот вы можете даже свой гаджет не использовать, вот он уже у вас все равно рядышком, да, с вами лежит. И давайте мы посмотрим вообще, что происходит с нашим гаджетом, когда мы его даже вообще мы ничего не делаем. Значит, здесь существует одна такая команда, то есть основная, да, основная команда, она, вот, так, сейчас, минуточку, я это буду на реальном девайсе, поэтому мне опять нужно, опять мне нужно разделить, да, между эмулятором. То есть, ну, основная команда, да, она adblockcat, вот она происходит здесь, adblockcat. То есть, если мы сейчас, например, сделаем вот это adb-dlogcat. Вот, ребята, видите, что вообще происходит, когда мы вообще не пользуем свой гаджет, да, то есть там постоянно идут какие-то процессы. То есть, значит, опять же, в вашем, например, телефоне, в опции разработчика, там можно немножечко манипулировать. Она вообще очень интересная такая опция, вот эта разработчика. Вы там можете, например, остановить процессы, посмотреть, как-то лимитировать процессы. Такое вот интересное, если вы, например, тестируете свою аппликушечку, то если у вас там серьезные какие-то проблемы, посмотрите, может быть, вполне возможно, что вот это вот процессы. Сейчас я вам включу, на секунду, я сейчас выключу вот эти логи, потому что они не нужны. Как это сделать? Нажимаешь Ctrl-C, и они останавливаются, да? А я вам сейчас, я включу сейчас Visor, вы пока поиграйте вот с этой командочкой, и я вам сейчас включу вот этот вот такой вот, у меня есть Visor, да, сейчас, и он покажет, я вам просто покажу на своем телефоне, где он находится. Это находится в Developers Options. И вот существует вот этот вот Background Limit. Стандартный лимит, ребята, где-то примерно 120 процессов, да, в одно время. Вот. Вы можете, значит, извиняюсь, тут у нас, как всегда, Mobile Advertising, который морочит голову. Вот. Вы можете полностью лимитировать, то есть, когда вы, например, тестируете свое приложение, и вы понимаете, ну, что-то тут вообще не это самое, не фурычит хорошо, да, то есть вы можете ограничить количество процессов, которые происходят. Плюс, может быть, девелоперу и разработчику будет интересно, чтобы через все эти логи не проходить, да, потому что логи собираются со всех процессов, если ты только, например, не... Я вам сейчас покажу, как вы дифференцируете логи по левелам определенным. И, может быть, девелоперу будет интересно, а вот
Ну вот если нету, например, никаких задних процессов, ну не знаю, прям задний процесс как-то не очень хорошо у меня тут звучит, не знаю, как у вас, вот, на бэкграунд, да, ребят, вот, то, значит, можно каким-то образом все это остановить. Так, этот вайзер мы сейчас... А, кстати, пока мы тут же сидим, пока не отходя с этого, с места, по поводу всех вот этих вот опций в этом самом, в андроиде. У нас есть еще очень часто... А что у нас такое? Почему мы не хотим показывать мой телефон? Вот. Ну, что делать? Сейчас, минуточку. Придется нам немножечко его перезагрузить. Как говорится, у нас нету 100% ни софтвера, ни хардвера. Везде же что-нибудь не фурычит. Ну, понятно, короче. Значит, что я хочу вам сказать здесь. О, на эмуляторе уже даже совсем обалдели. И адвертайзмент пускают. Ну, тоже. Вот. Значит, если вы немножечко... звук пропал. Сейчас вы слышите, ребят? Нет? Не слышите? Нету, слышим, не слышим, есть звук, отлично. Вот, хорошо, ребят, я тогда этот вайзер выключу, но вы пошуршите немножечко вот это вот опцию разработчика. Так, у меня тоже показывает немножечко, что у нас что-то происходит. Еще раз, ребята, простите за беспокойство, слышно или не слышно, это как бы для будущих поколений. Если не слышно, то мы немножечко, окей, слышно, отлично, все, продолжаем тогда. Вот, так что я говорила по поводу того, что давайте немножечко как бы поиграйтесь и с вот этими опциями разработчика, потому что это там можно манипулировать и с графическим процессором, и просто с CPU. Вот. Значит, дальше мы возвращаемся, как говорится, к нашим баранам, да, по поводу локета, логов. Значит, что мы обычно используем здесь? Где это в русском? Там же, где мы делали, как это, подключали систему разработчика. Вот, значит, что дальше у нас происходит? Дальше у нас, значит, нам нужно, например, вот когда вы пускаете вот эту вот команду, да, определенную adb-loki, то он собирает вообще логи, где вообще, где не лень. На самом деле. Но обычно мы как бы работаем с логами, которые нам дают ошибки, да, то есть вроде как все у нас работает, но вот эта вот серия ошибок может привести к какой-то более серьезной проблеме. Значит, поэтому нам нужно дифференцировать, то есть нам вроде как все логи-то не нужны, а, например, можно собрать логи только вот на левеле, на уровне там, где ошибки происходят. И здесь идет такой очень интересный синтаксис, звездочка, двоеточие, и, значит, опять же, на винде у нас идет заглавная буковка «И». Вот, Марат, поверьте мне, я никого не мьютала, я никому, как говорится, рот не закрываю. Вот, а попробуйте, может быть, с микрофоном или что, потому что похоже, что все остальные, вроде ничего, у меня никаких месседжей нету, что что-то не работает. А выключите и включите микрофон, попробуйте, правильно Егор говорит. Значит, дальше что мы и делаем, да, то есть мы сортируем по левелу ошибок. И вот здесь нам, в принципе, дают
только логи, которые дают нам ошибки. То есть они уже, конечно, идут, ну, как вы видите, они не так быстро бегут, да, то есть вроде как что-то... Вот я сейчас, например, нажимаю что-то на своем телефоне, так он по чуть-чуть побыстрее. А если, например, я не буду нажимать, так он будет и медленно вот работать. То есть это вот так вот. Так что это... Дальше мы, в принципе, понимаете, грош нам цена, если мы вообще это, ну и что, ну и где, и собираем. Юр, не это сам, не бегите впереди паровоза. Вот, значит, мы это останавливаем и, значит, идем, например, дальше. То есть вот эта вот первая буква, да, заглавная, она идет по методу, вот arrow, да, по-английски это как бы ошибки, да, то есть это и. Фатальные какие-то ошибки, ну, фатальные обычно, если вот вы, например, кинете сюда на уровне fatal, да, то оно у вас и не будет вообще ничего, потому что, естественно, когда фатальные какие-то ошибки случаются, то есть система эта крашается, да, то есть если только не приведет к вот эти вот предыдущие и, да, где мы обозначали на уровне arrows, то фатальные обычно они вот так вот сидят и как бы ничего не делают. То есть мы используем вот предыдущее, то, что я вам сказала, заглавную буковку и по-английски. Значит, и информация это I, verbos это тоже собирает больше, чем нужно. Мы тоже практически не используем. Мы не используем dig, это дебаггер, да, то есть это в основном девелоперы. И warnings, оно тоже как бы не это самое, не важно. Значит, что нам дальше делать? Дальше мы, нам все-таки нужно же собрать эти логи, а то они там идут себе и идут, ну и что дальше? А нам же нужно как-то их в файле отобразить. Значит, существует командочка такая, я ее называю dump, да, это совершенно отличается, это девайс, да, это вы можете serial number, а это просто уже как бы командная строка. Что мы делаем? Мы здесь, значит, мы хотим собрать R-логи, то есть оно у нас есть, да, R-logs, с нашего реального девайса, да, вот он здесь. Мы его дампаем, например, Russian TXT, да, в любой, значит, ребята, когда кто-то говорит, что нету звука, у кого есть звук, сразу же говорите, есть у вас звук или нет у вас звука, вот, и мы, значит, делаем полную копию вот этих вот наших логов, которые мы проводим, и, значит, в текстовой файл, да, потому что нам же нужно его прочитать будет, правильно? Поэтому нам, конечно, нужно какой-то текстовой файл. Он может быть и блокнотом, вот как я пользуюсь блокнотом, кто-то пользуется WordPad, вот, и, значит, поэтому... И этот текстовой файл, ребята, будет находиться в том же самом месте, где и ваш ADB и с расширением extension. То есть то же самое в ваших платформ tools. То есть я сейчас, что я делаю? Я со своего гаджета собираю файлы, лог-файлы, да, на уровне arrows и... Я хочу, чтобы он, все эти лог-файлы были в блокнотике под названием russian.txt. Ну, начинаем. Вот.
То есть он, значит, как бы собрал. Почему он уже так быстро все это сделал? Потому что мы, в принципе, собрали уже все. Сейчас я посмотрю. Сейчас мы посмотрим баффер. Сейчас мы... Одну секунду, ребята. Вот он, Russian TXT. Он собрал, значит, вот эти вот файлы все, да? Он уже находился, так как мы уже его проранили, да, то есть мы его просто из баффера достали, вот, правильно? Вот так вот, мы его достали. Значит, что дальше мы делаем? Вот, дальше мы проранили, выполнили, окей, спасибо, Андрей. Значит, в документе. Вот, это то же самое, да, и здесь, например, другой файл. Это я немножечко уберу. Теперь, ну, зачем нам, в принципе, да, все логи, откуда мы знаем вообще, зачем это, к чему это? Нам же нужен, в принципе, лог-файл только с нашего, например, с нашего приложения. Здесь мы немножечко, значит, тут я у меня немножко другой пример был. Здесь мы опять прописываем имя пакета com-united. Mobile Android. И тут немножечко, значит, такая ситуация, что вам как бы нужно опять значит, сделать несколько командных строк. Что мы здесь делаем? То есть ничего нового. Мы разделяем наш девайс, да, наш гаджет. Мы раним log-ket, мы собираем логи. Логи мы собираем на уровне arrows. Потом мы пересылаем эти все логи в формат, например, happy, да, happy txt. Окей. Дальше идет вот такая чехарда. Нам нужно, значит, опять разделить. Во-первых, нам нужно опять разделить наш гаджет. Это, значит, идет grep, всегда идет с шеллом, да? Вот, shell grep. Разделяем, откуда мы будем брать наши логи, и мы даем полное название пакета, либо в кавычках, либо без кавычек, окей, вот, то есть это вот мы сейчас будем делать. Сейчас я посмотрю, может быть, мне даже удастся это как-то каким-то образом. Если нет, то придется печатать руками. Ну что делать? Давай смотреть, ребята. Ура! Нет, не пошло. Придется руками. Ну, сейчас. Сейчас, подождите, я вижу тут небольшую ошибочку. Может быть, в этом и есть. То есть мы одновременно собираем логи. Нет, сейчас, ребята. adb-d locket. И... Minus D, давай, happy txt, потом мы разделяем на adb-d shell grep, может быть, даже без кавычек, united mobile android, давай смотреть. Не хочет он у меня сегодня. Давай-ка... знаете почему? Потому что, в принципе, нам нужно открыть эту аппликушечку. Сейчас, одну секунду. Иначе, а то, раз она у нас не ранается, давай посмотрим, почему у нас что-то не хочет у меня сегодня это. Вроде все в порядке. adb-d и... да, это не важно какой. Давай посмотрим, что у нас вообще тут происходит. Happy
А, он у меня потихонечку собрал эти логи. Окей. Но это не немножечко, что-то тут какая-то загвоздочка вышла. Ага. Не могу понять, почему. Она у нас вообще. Давай попробуем на эмуляторе, может быть, это сейчас, если у меня Android Studio чуть-чуть не это. ADB-E. Локет. Да, иногда бывает, иногда что-то случается такое, что не хочет. Ну, можно попробовать one-one TXT. По какой причине, я не знаю. Я уже когда уже где-то делаю, уже делаю как бы все варианты, где может возникнуть проблема. А, нет, я же мы с вами хотели, ребятки, использовать эмулятор. Раз эмулятор. Так, эмулятор у нас ведь и никто, и все молчат. Наталья делает неправильно. Com United Mobile Android. Вот. Сейчас будем смотреть. Теперь мы будем вот так вот. Не знаю, почему на Real девайсе почему-то не сработало. Ну, что делать, ребятки? Можно еще поиграться будет потом решить. То есть, до тех пор, пока вы. Что сейчас происходит? Почему он, значит, вот тут вот курсорчик, да, ничего вроде как в этой жизни не происходит. На самом деле много чего происходит. Вот. И это самое. Поэтому. Это все бежит на заднем плане, понимаете, вот все, что мы делаем. До тех, то есть они как бы собираются, я вам сейчас покажу, то есть это у нас будет лог 11 TXT. Вот он. И вот он сейчас, например, 46, да, килобайт. И дальше, значит, если мы его, например, мы еще немножечко чего-нибудь тут сделаем, да, то есть он как бы собирает логи Departure Airport, сейчас, например, Чикаго, и все. То есть он будет потихонечку как бы наполняться, и наполняться, сейчас я его рефрешну. Вот, 46 уже. И вот каждый раз, когда вы будете, значит, что-то делать, он потихонечку будет наполняться. Вот. То есть вот так вот. Дальше что мы делаем? Мы вот это все дело останавливаем, Ctrl-C. И лог файл у вас, в принципе, готов, да, то есть вы что-то делаете, а он потихонечку наполняется, и наполняется, и наполняется. И все аэрологи, которые у вас, значит, здесь, они как бы бегут прямо в этот файл, но то, что здесь его не видно. Значит, что мы дальше, ребятки, с вами делаем? Дальше, как что делает греб? Он вот тут что он делает? Он забирает логи только из вашего приложения. Вот. Он игнорирует все остальные логи. Что значит? Мы уже отсортировали его. Мы же отсортировали. То есть он забирает логи только с нашего приложения, Галина. Вот. Мы командой греб уже отсортировали, мы командой и на arrows, то есть мы собираем arrow log файлы из нашего приложения. Дальше, ребята, очень интересная такая, что? Search global formatting print them. Искать везде строки, а соответствующие регулярному выражению выводить их. Ну хорошо, так а мы же его рассортировали. Вот. Значит, дальше что? У нас есть такая замечательная, у нас есть замечательный такой инструмент в Android Studio, который называется обезьяний тест.
Вот. И обычно, знаете, здесь в нашей как бы индустрии очень принято говорить: «О, а что ты делал?» Он говорит: «А я, говорит, делал манки-тест». Ну, хорошо, ты делал манки-тест. То есть это, знаете, как к двухлетнему ребенку. Даешь свой телефон, и он там, значит, начинает фурычить по клавишам. Вот. Так вот, пожалуйста, читайте вопросы перед ответами на них, зрители потом ничего не поймут. А, окей, хорошо, Андрей, сделаю. Вот, значит, что дальше? А дальше, значит, у нас вот этот вот идет monkey тест, да, который, это в принципе graphic users interface тест, который в принципе это стресс-тест. Да, и он может вам очень помочь именно найти, насколько стабильно ваше приложение. Значит, вот такой вот идет синтаксис ADB. Ну, естественно, это мы сидим на мой девайс, делаем shell monkey, потом мы идем -p, опять мы даем информацию packaged, сейчас я его сменю на com United Mobile Android. И значит, последняя цифра означает, сколько раз ваша application будет, в принципе, побита. И это вот каждый раз это значит один номер. Один раз это значит один клик на какой-то функционал. Два. То есть сейчас 5000 раз. Что я хочу, мне сейчас совершенно необходимо, в принципе, включить вот этот вот вайзер, потому что я хочу, чтобы вы видели, как это все происходит. То есть мы сейчас, в принципе, можем закрыть вот этот вот наш application и будем его тестировать. Тестировать мы его будем. Сейчас еще раз, чтобы у нас 5000 раз. Сейчас мы посмотрим, включится ли он. Окей. Так, и включаем вайзер. Наш вайзер, вот он пошел нажимать на всякие кнопочки. И вот ваша application, она сзади, и смотришь. Так, наша, она немножечко рухнула, но что делать, бывает в жизни огорчение. А давайте мы с вами попробуем, например, как на эмуляторе. Что она вообще нам на эмуляторе сделает. Потому что можно и там, и здесь. И написано, что у меня, например, система crashed at the event. Да, то есть она 2000 каких-то процессов про это самое. Вот, провела, и между вот этим и этим она нашла, в принципе, тот момент, когда application крашнулась. Я вам сейчас расскажу, как из monkey теста выдернуть логи. Почему рухнула? А в принципе, может все что угодно быть. Вот, процессы, надо смотреть логи. Как он определяет, как и куда нажимать, я веду сценарий. Это и есть UI Automation Testing. Вы абсолютно правы, Сергей. Дело в том, что в принципе это как бы рандом тесты, да, и monkey тест, он сам определяет вообще, как нажимать. Естественно, с ним можно манипулировать. У нас сейчас просто нету времени, но я вам просто показываю здесь вот эти вот базы того, что можно сделать, например, вот с Android Studio. А вы уже потом, ребята, уже копайте дальше, потому что там как бы пахать не перепахать, как говорится. Там столько команды, и Android Студия, так вы можете автоматизировать, в принципе, свой тест с андроидом. Вот. Сейчас через логи глянем, почему рухнуло. Нет, не глянем, потому что нам нужно будет еще раз это все гнать. Да, и гнать это нужно будет уже как бы с двух сторон, чтобы собрать вот эти вот логи. Я обычно
Делаю. Это, кстати, мне тоже нужно вам показать, что, в принципе, если вы, например, используете вот этот вот shell, да, то вы можете делать все то же самое здесь. Поэтому, когда, если вы, опять же, должны настроить этот shell на тот же самый путь, где ваш ADBXE находится, да, здесь отсюда гнать логи, правильно? Логи, вот ту предыдущую команду, там, например, arrow логи на наше приложение. А отсюда вы можете гнать вот этот monkey тест. И, естественно, вот это все, что происходит с вашим приложением, будет отражаться в лог. То есть это вот так мы делаем. Очень интересно. Вот. Значит, на эмуляторе, да? На эмуляторе. Сейчас. Можно попробовать это же самое на эмуляторе. А я пока, в принципе, мне нужно перезагрузить свой девайс, иначе он, скорее всего, у меня перестанет работать. Значит, на эмуляторе у нас идет minus e, да? Включаем эмулятор. Так, сейчас посмотрим. Нам вот это вот нужно. Сейчас мы его сделаем чуть-чуть поменьше. Окей. Сейчас, ребят. О, ну вот. Come on. Что такое у нас? Сейчас. Вот. Ну, да, все, пошло. Оно пошло и пошло и пошло. Вот. То есть на эмуляторе можно сделать это самое. То же самое. То есть вот пошел и пошел. Вот эта цифра 5000, она может... Вы можете на 30 тысяч, вы можете поставить. То есть важно, какой этот самый. Тут еще, конечно, собираются они логи вот здесь. Вот. Их можно собрать через DDMS. Это такой монитор тут находится. Вот. То есть... Они как бы в терминале, их не видно, да, они вот тут вот собираются. Но чтобы их уже заодно все это вместе собрать, то я обычно пускаю вот отсюда их. Вот, значит, что у нас идет дальше? Давайте мы это остановим это все. Конечно, monkey тест, пока он сам не остановится, его довольно сложно остановить. Вот. И что я вам советую после каждого вот этого monkey теста, я вам советую перезагрузить свой девайс. Чтобы перезагрузить девайс, у нас опять же тоже есть командная строка, которая называется, может быть, мне здесь лучше даже написать, reboot your device. О, emulator, да, или later, after monkey test. Упс. Monkey test. Alright. То есть, как мы это делаем? Мы, значит, делаем ADB, например, если это... А почему ты мне печатаешь большими буквами? Окей, okay. ADB minus D reboot, да? И это либо minus E reboot. То есть это вот так вот делается. Вот. А кто-нибудь следует? Нет? Вообще, или я тут развлекаю сама себя, или вы тоже, ребята, кто-то есть, кто это самое следует? Мне просто интересно. Ну, раз вы пишете, значит, кто-то следует. Вот. Дальше, значит, у нас есть такая очень интересная фишечка, которая называется «Как сделать ваш гаджет remote».
да, то есть чтобы вам не нужно было его подключать проводом. Значит, существует такие, значит, несколько таких команд. Первое, что вам нужно, чтобы не использовать кабель, то есть мы как говорим, это remote device access, то есть, конечно, не в том большом значение, как вот, например, компании предоставляет. Но если вы будете, например, знать, как сделать свой гаджет, чтобы он не был, например, проводом USB, проводом подключен к компьютеру, а именно, чтобы вы им могли работать и, например, делать его все всякие тесты на расстоянии. Значит, что первое условие? Это то, что, значит, ваш компьютер и ваш телефон должен быть на том же самом Wi-Fi. Вот. То есть, чтобы они были на том же самом нетворке. Вот, например, мой телефон находится на Wi-Fi портнов Computer School. И точно так же находится мой, значит, мой лаптоп. Видите, портнов компьютер. То есть мы, в принципе, находимся на том же самом Wi-Fi, и это одно из самых обязательных, значит, условий. Пока вы это все делаете, вот тут вот я это обозначила. Вот. Потом, значит, идет такая маленькая вещь. То есть, когда вы еще не особо знаете и умеете, и чтобы себя подстраховать, что вам нужно? Вам нужно вот там, где вся информация о девайсе вашем, да, about phone, тут есть такая опция, она называется статус. Да, и в статусе вот вы найдете свой IP-адрес. Вот здесь он у меня 100, и я хочу, чтобы вы его просто записали. У вас, естественно, будет свой адрес. Вот 192.168.4.82. То есть вот это вот, в принципе, 192.168.4 это наш Wi-Fi, а после точки последний это ваш девайс. Значит, что мы делаем? Если вы уже записали, мы, в принципе, можем найти IP-адрес нашего телефона и через командную строку. Значит, на некоторых гаджетах вам нужно будет, вы сможете, например, набрать вот эту вот команду ADB, ну, это, естественно, девайс, shell, netconfig, netcfg. Значит, ребятки, у которых вот эта вот команда не проходит, а вы можете использовать команду adb-d shell ipaddr, IP-адрес. То есть на моем, по-моему, компьютере здесь adb-d shell IP-ADDR, по-моему, у меня здесь эта команда работает. Вот он, мой IP-адрес ADB-D shell netcfg. По-моему, мне на этом, да, на этом, видите, как одна команда работает, другая не работает. Поэтому вот эта предыдущая команда, она все-таки более какая-то надежная. ADB-D shell IP-ADDR. То есть вы можете с ней немножечко поработать и найти. Как дела, ребята? Нашли? Где работает, где не работает. То есть даже если как бы вы не знаете свой IP-адрес, да, или там, например, команда у вас не работает, то всегда, вот как я вам сказала, идите там в статус и посмотрите, потому что вам этот номер будет нужен. Вот. Значит, дальше идет
А я немножечко хочу подождать вас, ребят, чтобы раз уж вы тут, если вы следуете, то чтобы мы все вместе. Кого подождать? Кто-нибудь работает вместе или просто плюсик или единичку киньте мне в скайп? Или мы просто все сидим и это самое смотрим видео. Мне просто интересно, кто у нас немножко подработает. Ну, раз вы начали писать, значит, что-то будет скоро у нас, когда много пишут. Окей, отлично. Все, тогда, значит, что мы делаем? Значит, ребята, можете пока себе записать, да, или начинать потихоньку делать. Значит, первое, что вы должны сделать, существует две команды, да, чтобы как бы наладить немножечко наш процесс. Первое, значит, ADB-DUSB, вот, это мы делаем перестартовку в USB моде, да. Вторую команду мы, значит, assigning port, как это, ребята? Assigning port. То есть порты, они разные. Если вы помните, assigning port, assigning port 5556. Помните наш эмулятор, да? Мы, значит, назначаем порт. Так как мы уже знаем, помните, эмулятор у нас сидит на порту 5554, правильно? Значит, и как я уже в прошлый раз говорила, что порты идут как бы в куче, там их два. То есть один сидит демон, да, и распределитель такой, и сам вот этот вот порт, который вы можете использовать. Их на самом деле очень много. Вот. И, значит, например, вот на первый вот виртуальный девайс мы можем, в принципе, сделать следующий номер четный. А он может быть 5558 или 5558 или 5560. Ну и, короче, так 62, 64, 66, да, то есть вот эти вот пятерки. Он тогда может с восьмерки начинаться вот здесь, вот, потому что их на самом деле куча. Вот. И вот этот порт вы можете обозначить сколько угодно. Главное, чтобы они все разные были. Значит, ADB minus DUSB, ADB minus DTCP IP, вот 5556, то есть мы как бы забиваем этот порт на наш будущий гаджет, который будет виртуальный. Так. Он, значит, дает, что restarting in USB mode ADB minus DTCP IP 5556. Ваш телефон уже, значит, имеет порт 5556. Значит, следующее, что мы тут делаем, ребята, так как мы знаем свой IP, нам нужно поженить наш IP, да, и с портом, который мы выбрали. Значит, дальше идет команда ADB minus D connect ваш IP, да, вот, к порту. Смотрите внимательно. После номера идет двоеточие. Окей, после номера идет двоеточие. Так что вы еще раз покажу. Connect. Да, после адреса, да. После адреса идет двоеточие и порт. У меня иногда
Здесь проблема с firewall, поэтому иногда у меня не получается connect. Но так как вы находитесь дома, то я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы. О, у меня все получилось. У меня сейчас получилось все специально для вас. Вот. И значит, вы должны получить месседж, что ваш IP-адрес уже находится на порту 5556. Отлично. Что теперь можно, Матвей Алексеевич? Вы можете убрать свой USB-кейбл из компьютера, из телефона. И это, в принципе, что нам, с чего мы добивались, да? Мы добились. И чтобы у нас вообще проверить, что у нас происходит и как у нас теперь выглядит этот гаджет, да, мы пишем нашу любимую команду ADB Devices. Так, сейчас, ребятки. ADB Devices. И мы сейчас видим, что наш реальный, прекрасный, любимый телефон стал вообще виртуальным. У кого работает? Вот. Да, совершенно верно, отлично. Молодцы, ребята, подключился. А да, если у вас там какая-нибудь оплекушечка или что, давайте ее, которую вам не жалко, мы ее можем. Если у вас есть какая-то оплекушечка, мы можем установить эту оплекушечку на виртуальный девайс. Давайте попробуем, да? Или, а я, например, буду хочу, чтобы у меня вот этот вот United уже надоел он мне. Вот вот у меня и кейбла уже нету. Комп вырубился, да слушай. Ну, Наташ, как говорится, что ж нам делать-то, бедным? Вот, раз комп вырубился. Значит, давайте я сейчас, так как у меня на виртуальном девайсе, вот. Сейчас, одну секундочку. На виртуальном девайсе стоит у меня мой United. Сейчас, одну секунду. Мне просто интересно. Знаете, ребята, мне интересно, я что-то никогда даже не пробовала посмотреть, как. Видите, даже мой Visor видит теперь мой телефон как ремоут. И, естественно, он мне сейчас даже ремоутли на ремоут-девайс должен по-человечески мне дать картинку моего телефона. Вот он делает connecting. Давай, родной, тогда нам все будет видно. Дело в том, что виртуальные девайсы, ребята, они довольно медленные. Поэтому это значит, как бы вот это у нас. Вот, все, замечательно. Даже мой виртуальный девайс, он виден. Так, отлично. Вот он. И теперь, значит, на моем виртуальном девайсе, я все не могу как-то привыкнуть даже к статус. Вот я нажимаю на нем кнопочку, да, то есть на моем телефоне он вроде как уже другая картинка, а он еще тормозит. Вот, да, нестабильно немножечко. Но, во всяком случае, вот, зачем, значит, вопрос такой, а зачем нам это? Интереснее бы протестировать мобильное приложение, все-таки времени мало. А вы знаете что? Вот такие вот вещи вам нужно знать. Дело в том, что мы же не тестируем. Вот у вас, например, есть несколько реальных девайсов, да, несколько реальных гаджетов, и нам нужно наше приложение протестировать, да, а этих портов USB не хватает.
Вот. Поэтому, знаете, вот такие мелочи вам редко кто может объяснить, потому что они как бы это insiders, информация такая, как из индустрии. Вот. Поэтому я все-таки, наверное, решу как-то сама, может быть, что вам давать, чего не давать. Мне очень хочется дать как можно больше вам, даже вот в течение короткого времени. И, в принципе, то, что мы сейчас вот делаем, я это даю в классе тоже, потому что потом люди это используют, и это как бы уже знакомо. Значит, что мы делаем? Ребята, я у Портнова попрошу еще одну сессию с вами, но это будет... Я не специалист высочайшего уровня, но я специалист того уровня, чтобы вас чему-то научить и поделиться своими знаниями на самом деле. Вот. И, значит, что дальше? Да, я попрошу у Портнова еще одну сессию, потому что мне действительно хочется вам еще что-то немножечко дать, именно вот такой вот опыт и показать. Значит, дальше что у нас? Я, например, хочу убрать свою вот application, свой, сейчас, одну секундочку, вот у меня опять тормозит потихоньку, вот, который United. Значит, чтобы анинсталировать, чтобы убрать наше приложение, существует команда. Вот. Существует команда. Вы все команды, ребята, все команды можете найти погуглив их. Там есть куча команд. Вот. У меня, конечно, есть вот такой вот огромный тейбл, который мы разбираем здесь в школе. Я не знаю, это так как мы не даем, кроме видео, никакого материала, поэтому я попрошу после того, как я приеду, да, еще один урок с вами. Вот. Значит, мы идем сюда, и у нас все работает. И теперь я, например, хочу убрать свое приложение, да? Значит, тут идет фишка такая. Здесь вы должны уже использовать серийный номер, да, чтобы как бы достигнуть вот этого нашего виртуального девайса. То есть сейчас мы уже пишем командную строку, значит, смотрим. Так, мне нужно изменить здесь IP, потому что оно у меня уже сменилось с тех пор, как я делала этот документ. Поэтому я... Hold on. 482. Вот. И сейчас я, значит, смотрю. И что еще здесь важно, ребята? Важно то, что, как я уже сказала, мы уже используем здесь название пакета, да, мы помним, что APK мы уже задвинули далеко и надолго. Вот. Нет, не обязательно постоянно менять IP, просто когда я создавала этот документ, у меня был другой гаджет, поэтому IP было взято с того времени. И после четверки у нас может меняться в зависимости от того, кто там, если ты, например, убрал свой телефон, потому что кто-то другой этот IP, вот это последние цифры, это как бы variables. Вот. И значит, я, например, хочу из своего телефона убрать мою вот этот вот United, да, и это займет у меня какое-то время, и это. Ребята, пожалуйста, помните, что если у вас виртуальный девайс, вы должны его separate. Вот так вот. Вот. Так что сейчас я посмотрю на свой телефончик. Так, что у нас тут произошло? Exception какой-то. Ну, давай будем сейчас тогда будем
Иногда получается на виртуальном. Это все зависит от интернет-коннективити, да, до доступа. Сейчас мы посмотрим. ADB devices, если он у нас, окей. ADB-D, -S. Так, здесь, в принципе, мы можем просто скопировать его, чтобы нам. Ну, а потом можно, конечно, и в Notepad положить его, чтобы каждый раз этот номер не это. И, значит, ADB-S uninstall com United Mobile Android. Я иногда делаю ошибочки. Все. Я убрала, и теперь у меня все в порядке. Значит, что мы в принципе делаем дальше, ребята? Дальше мы просто, что я вам тут еще хотела показать. У нас осталось еще 20 минут с вами. Вот. Минуточку. Так, мы это все сделали, все сделали. Логи собрали. Обезьяний тест провели. А, теперь знаете что? Очень интересно. Значит, иногда нам требуется, чтобы перенести какие-то файлы с нашего лаптопа на наш телефон. То есть здесь у нас уже нужно следовать еще кое-каким командам. Сейчас одну секундочку. Дайте мне посмотреть, что я вам еще не додала. Так, на этой сессии. Окей. Значит, что я хочу? Я хочу, чтобы вы создали два новых фолдера, две новых папочки. Папочку, например, A и папочку B. Вот. Я хочу, чтобы вы создали два файлика. Там, например, рыбка, да, написали в ноутпаде рыбка, назвали рыбка, или как вы там ее называете. И такой же файлик текстовой, ну, мишка, да, рыбка и мишка. Вот. И засунули, значит, эту рыбку и мышку. Да, Настя рыбка, точно. Вот. А эту рыбку и мышку в вашу папочку, которая называется А. Вот. Так что это давайте сейчас быстренько сделайте и скажите мне, кто это сделал, чтобы мы как-то каким-то образом с вами это. Вот. Когда сделаете, вы мне можете как плюсик поставить или единичку, чтобы я знала, что хотя бы кто-то с нами следует. Вот. Значит, пока люди создают свои файлики с рыбками и мишками, значит, Алекс и Алексей и Светлана. Значит, что мы делаем? В принципе, знаете что? Мы можем уже, то есть те, кто создал эти папочки, чтобы нам сейчас времени долго не тратить, давайте мы перезагрузим свои реальные девайсы. Опять возьмите этот USB кабель, подсоедините к телефону, к этому компьютеру. Давайте мы его перезагрузим, наш девайсик, да, чтобы и сделаем его опять настоящим, который, чтобы нам не терять времени и не ждать. Вот. То есть перезагрузить девайс мы опять идем ADB-S
по серии ребут, да, то есть он ремоутли-то у вас ребутница, но к тому времени, как он у вас, вам нужно будет, когда он выйдет на операционочку, вы подключите его, потому что все, мы закончили с виртуальным девайсом, он у вас уже будет настоящим, как и без всяких IP, и все. Это все-таки будет немножечко побыстрее. Так. Вот. Так. Сейчас мой перезагружается. Главное, ребята, что значит, немножечко я подожду, пока у всех перезагрузится, потому что нам нужно сейчас, это будет намного быстрее, чем... Вот. Так, и здесь у кого, в принципе, перезагрузился, у меня перезагрузился, сейчас я войду в него. Давайте мы посмотрим ADB девайсы. Сейчас. То есть у меня все, у меня встал на место, у вас тоже, да? Единичечку и или плюсик. Я надеюсь, ни у кого проблем нету. Окей. Значит, дальше, ребята, команда идет такая. Значит, прежде всего, нам вообще нужно посмотреть, что находится на нашем телефоне, да? Давайте мы как бы сделаем, вот это, наверное, тоже вам нужно, да, вот так, всем видно. Значит, давайте проверим директории, которые находятся на нашем реальном девайсе, и то же самое вы, в принципе, можете сделать и с эмулятором, естественно, поменяв буковку на «и». Значит, здесь мы как бы идем обратно в эту, в ракушку, в shell, да, adb-d-shell, и команда такая ls, да, ls – это значит «лист», да, что у нас вообще там происходит. И я вам сейчас кое-что покажу, что находится, например, на моем девайсе. ADB-D-Shell и LS. То есть у меня находятся всякие тут... Так, Permission Denied. Ага, знаете, что у меня? Какие-то у меня здесь есть, конечно, директории. Вот что я, в принципе, искала. Я искала директорию SD-карт. То есть, ребята, вы должны понимать, это фолдер, это папочка, это не ваша симка, окей, как мы здесь называем SD-карт. Вот, не симка, а карта, на которой ваша информация SD-карт. То есть это вообще не имеет к хардверу вот, никакого отношения. Это чистая директория, чистая папочка, которая эквивалентна вашей temporary директории на ваших, там, например, Windows, да, temporary, такая, как она, мимолетная, да, вот, и временная, да, временная директория, то есть она к железу вообще никакого и не имеет отношения. То есть, но, так как, значит, это обычно используется именно куда мы файлы всякие переправляем, и все. То есть это нормально так работать с ней. Она позволяет держать файлы, переправлять файлы. Вот. Значит, что мы делаем сейчас? Так как мы, в принципе, узнали, что у нас все-таки есть вот эта вот директория, то есть мы можем ей пользоваться. Раз мы можем ей пользоваться, значит, мы можем переправить наш файлик, который находится в папочке А, да, рыбка, и, значит, в эту самую директорию. Так, мы вышли из шелла, exit. Окей? Экзит, ребята, чтобы это самое. Потому что нам нужно наш ADB. Вот. Да, абсолютно. И, значит, здесь мы делаем, что мы
Команда называется Push, да, ADB Push. То есть мы с нашего лаптопа переправляем на, во временную директорию на нашем гаджеты. ADB с нашего, значит, на наш девайс, ADB Push, даем путь, где находится наша рыбка, окей? Делаем пробел, ребята, между txt и write slash мы делаем пробел. И sd-карт или там любая другая директория. Ну, sd-карт, она как бы такая, обычно мы ее используем. Вот, с двух сторон write slashes, окей? То есть, давайте мы посмотрим, как это все происходит. Так. Так, нам нужно отсюда выйти. Вот наша, как бы. И мне дает этот самый нотификацию, что этот файл у меня находится уже в этой директории. А давайте мы проверим. Вот. Есть ли он там действительно. Вот, поэтому, то есть так он и говорится, слэш, да, Андрей? Right slash, прямой слэш, правый слэш. Спасибо. Вот, значит, надо же нам проверить вообще. И мы идем. adb-d shell, да, мы знаем, в какой директории находится, да, так как у нас же есть уже SD-карт, мы знаем. Мы, значит, меняем директорию. Вот. Да, я же говорила, как вас зовут, CoreSense? CoreSense. Я сказала, что эта SD-карт директория не имеет вообще никакого отношения к железной. Окей, на вашем телефоне. Есть она или нет, это чистый софт. Это просто директория, которая имеет, имеет такое название. Я знаю, это очень частый вопрос, потому что люди задают его. Вот, ну, оно так называется. И, как говорится, можете назвать по-другому. Вот. И, значит, что мы делаем? Мы меняем, мы идем в shell, нам нужно посмотреть, что находится в директории SD-карт. Мы меняем точно так же, как мы когда-то меняли на наш Platform Tools, да, когда мы нашли, шли, искали ADB. CD SD-карт, да? Вот мы находимся в директории SD-карт, пишем list ls, да, и ищем нашу рыбку. Вот она, наша рыбка, которую мы сюда перевели. То же самое мы делаем. Давайте мы отсюда выйдем из SD-карт, мы сделаем exit, мы ту же самую операцию проведем с мишкой, да, или там с киской или с зайчиком, вот, кого хотите. Вот, и, значит, тоже это делаем. Опять можно проверить adb-d shell cd sdcard и посмотрим, где наш мишка. Мишка, вот он наш мишка, да? Все. Следующее, что мы делаем, нам нужно нашу рыбку и мишку вытащить, например, из директории, которая находится на нашем телефоне, и скопировать его в нашу папочку, которая называется «Би». Да, вот она у меня сейчас пустая. Значит, что мы делаем? Вот. Как теперь интересно получается связаны уроки Жанны по Linux User Натальи Павамил. Может быть, я не знаю, ребят, что вам там Жанна преподавала. У меня как бы свой курс, да. Мы в школе, конечно, все вместе стараемся, все работаем, у нас как бы одна команда. Вот. Дальше, значит, что у нас идет, ребята. Давайте мы посмотрим на наш документ.
Вот. То есть мы перевели наших мишек и все. Значит, следующая команда. А чем команды отличаются? Значит, чтобы с компьютера на ваш девайс, это ADB push, да, а с вашего, например, гаджета обратно на компьютер, это ADB pull. И опять же, что мы тут делаем? Мы с нашего девайса вынимаем файлик, да, который называется мишка. Где он находится? Он находится в директории, которая называется SDK card. Делаем пробел здесь, да, и указываем путь, куда ему идти. Вот и все. То есть здесь мы указываем директорию B, папочку B. В принципе, сейчас так нам опять нужно сделать exit. Вытаскиваем. И теперь можно сделать то же самое, только с рыбкой. Упс. Вот. И потом мы посмотрим. Вот мы получили notification на каждый наш, да? И мы смотрим теперь папочку. И вот они у меня находятся, мои рыбки и мишки и все что угодно. Вот они здесь. Вот. Дальше, значит, последнее то, что мы сегодня с вами покроем. Это, наверное, мы сделаем сейчас скриншот, да? Скриншот, который мы можем использовать из DB команды. Значит, чтобы сделать фотографию вашего скрина, да, экрана, или смотря что вы там делаете, вот, например, у вас там идет какая-то что-то вы тестируете, потом набрали определенную команду и, значит, закинули в папочку себе. Значит, команда, чтобы сделать фотографию того, что вы делаете на данный момент, вот, и он, значит, слушай, файлик вордовский попадет к слушателям курса, ну, слушайте. Что, мне жалко, что ли? Вот. Значит, команда такая. ADB shell screen cap. Окей? Вот. ADB shell screen cap сделает снимок вашего экрана. Значит, идет еще одна. Вам нужно сделать этот файлик, назвать его, да, там, например, Вася. И дать ему расширение именно image формата, потому что ваша операционная система его должна, значит, будет прочитать. Либо ваша операционная система, которая находится на телефоне, либо операционная система, на которую вы, например, этот файлик переправите. Вот. Что перед тем, как, значит, эту команду делать, и, значит, она у вас останется, например, вы хотите, чтобы она первым делом осталась на вашей временной директории, да, которая SD-карт, мы ее прекрасно знаем. Значит, что мы делаем? Копи. Первым делом откройте какую-нибудь там либо плекушечку или что, чтобы просто, либо ничего не открывайте, просто как бы скриншот, да, был какой-то. Я, например, открою сейчас, там, например, вот Yelp я открою сейчас, Yelp. И у меня тут ресторан называется Orin Hamas Shop, whatever it is. Вот. И я хочу, значит, сделать, одну секундочку, это не то, что я хочу. Я хочу скопировать
ADB minus D shell, screen cap minus P, space, пробел, SD card, Вася PNG. Или вы можете использовать любые другие форматы, которые находятся, чтобы прочитать имиджи. Окей, ребята. Так, все. Прежде чем нажать Enter, включите что-нибудь, то, что вы узнаете. Все, у меня все готово. Так, сейчас я вам покажу, что у меня вообще происходит здесь. Так. И потом я вам сейчас покажу, чего я сделала. И все, все остальное. Ну, как медленно у меня что-то. Ну, вы можете потом этот сразу же уже файл переправлять. Мы уже эту команду изучали, да? Вот. Сначала можете ее проверить, если там Вася, здесь будет Вася PNG, вы сможете найти там, например, в своих файлах, да, all my files на вашем телефоне. Так. Сейчас. Что такое? Вася. Вот. И потом мы Васю переправляем на вашу, этот самый, на ваш компьютер. Так. Все? Все сделали? Ира, we will record video next time. All right. Все? Отлично, молодцы, ребята. Я всем желаю хорошего времени. Мы с вами увидимся после того, как я приеду, наверное, через четверг. Хорошо? Вот. Всем удачи. Надеюсь, у всех все будет хорошо. И увидимся. Хорошо, я попрошу у Михаила еще одну сессию. Вот. Все, ребята, счастливо!